И вот смотрю на свой нетронутый лес на даче. И каждый раз удивляюсь нетронутости леса. Посмотрите, сколько у меня земляники поспело. Вот земляничка. Вот она. Вот земляничка. Волшебно. Просто волшебно. И вот она. И вот она. И все это у меня на участке. Доброе утро, мои хорошие. Доброе, солнечное. Я бы даже так сказала, жаркое утро. Собрала клубнику, собрала землянику в лесу. И наслаждаемся вот такими вкусняшечками своими. С вами Любовь. Вот такие вот серьги мне сегодня принесли и привезли мне и подарили. Посмотрите-ка. Что-то такое морское, вернее, не что-то такое, это морская ракушка. И из них сделали серьги. Представляете? Так что я сейчас похожу. Опа, видите, как легко делать? Вот, с такими серьгами. Очень здорово. Прячусь от солнца в зарослях моего любимого дёрена пестролистного. И сейчас... Сегодня мы будем устанавливать кондиционер. По такому жаркому лету мы устанавливаем кондиционер. Ну и расскажу немножечко, не совсем веселую, а так скажем, печальную историю по поводу кондиционера. Саша купил кондиционер, нам его сюда на дачу привезли из Москвы и приехали его устанавливать. Когда посчитали калькуляцию, оказалось, что не 5000 заявленных на сайте стоит установка кондиционера, а все 18000. И мы так, знаете, как приуныли. Вот он стоит кондиционер. А были, честно говоря, не готовы на 18000 на установку. И вот так, конечно, малость так опечалились. Опечалились мы не очень долго. У Саши есть друг, сосед по лестничной площадке, Сережа. Для моих дочек он всегда был дядей Сережей. И он сегодня приехал и устанавливает нам кондиционер. У нас сегодня запланированная работа, установка кондиционера. Пока ничего, сейчас тут засовнем. Так, держитесь там, ребята. Ты не сможешь, там надо загнуть. Тогда мне здесь принимать? Мне здесь ничего не надо. Хорошо. Сама тебя валить, да? Так, аккуратненько. Я слез, ты слез. Это же бульвар не выдержит двоих. Отлично. Плюс 19 градусов в комнате при условии, что на улице сейчас 6 часов вечера и плюс 25 на улице. А у меня в спальне прохладно. Замечательно. Я даже пока молчу. А что ты молчишь? Потому что такое очень завораживающее действие, Надюша. Ты собрала у нас клубнику. Клубнику, вода и сахар. Вода и сахар. Сок просто дала и пропитываю, пока коржи, чтобы они просто не были сухими. Угу. Можно, кто-то выжимает апельсиновый сок. Но я решила, раз уж у нас есть клубника, что я буду покупать апельсины. Угу. Вот. Действительно, когда своя клубника... Ты еще хотела собрать черешню. Ну, это не для пирога. Просто черешню, чтобы пока птицы не склевали. Да. Или кто-нибудь еще не склевал. А запах своей клубники, Надюшка. Маловато клубники, правда. А ты на всех грядках собрала? На всех. Я тебе сейчас покажу еще все грядки. Ты все точно знаешь?
Ну, по крайней мере, те, которые ты нам показывала, может, у тебя есть какие-то секретные места от своих детей? Есть, есть. Знаешь, как есть труднодоступные места, как в той рекламе. Понимаешь, зубная паста. Если у вас есть труднодоступные места, а у нас нет труднодоступных мест. У меня 4 грядки. Одна моя, 3 ваши. Так, киви. Бананы. Клубника. И что, Надюшка, ты сказала в тебе здесь? Мягкий творог, сметана и сахар. А, мягкий творог, сметана и сахар. Это мы уже взбили. Мы, сказала я. Угу. Красиво. Теперь вторую часть, да? А я тебе не заметила маникюрчик, дочка. Покажи-ка мне. В сметане. В сметане, ну, очень, знаешь, как колоритный, когда в сметане. Так я сверху не буду много класть, то он и размажется. Угу. Ты знаешь, и он такой не сладкий получается, да? Йогуртный. Да. Йогуртный. Коржи пропитала с этой клубникой, с сахаром чуть-чуть. Улыбнитесь, девушка. Я в процессе. Ты в процессе. Когда можно будет есть? Ну, к вечеру должен стояться, 3 хотя бы. Ты знаешь, я слюну сглатываю, потому что пахнет и сметаной, и творогом, и киви, и бананами, и клубникой, всем. И вот этими коржами. Очень вкусно. Ну, после ужина. Как тебе, Лёлечка? Можно еще, знаешь, это черешенькой украсить и веточками смородины. Я знаю, это что нужно. Это потом перед подачей смотри, можно будет. Смотри, Надёж, вот сюда такую клубничку. Клубнички? Нет. Клубничка есть. Уже нету, я уже всю клубнику сорвала. 4 грядки? Ну, вот эту здесь у бабушки. 2. Ну да, 2. Нету клубники. Давайте, пошли покажу, где черешенка. Черешню я видела, что черешенка. Это Надюшка видела черешенку. А вы, мои хорошие, черешенку у меня еще не видели. Сладкая. Кто помнит, кого я, как я разыграла? Черешня 260 рублей килограмм. Ну, это вдруг кто захочет сорвать ягодку по цене 260 рублей килограмм. Вот она, настоящая. Я вас не разыгрываю, как в прошлый раз. Вот она, подмосковная. Вот она. А кто не смотрел мои ранние видео, наверняка спросит, зачем у меня диски. А диски для того, чтобы они бликовали, и птицы не подлетали и не обрывали черешенку. Вот. Ну ты режешь, Саша. Ну ты режешь. Конечно, они теперь играют в теннис. Саша с Сережей. Потому что работает кондиционер. И работает он в моей спальне. Ура! Меняются только те, кто подает. Так. 2 дочки. 14-6. Против папы. Две дочки так против папы. Я хорошо-то отбила! Я сам ее поймал. Все, мы меняемся, да? 17-7. 7? 17-7. Я не хочу себе подавать, а подачи. А по своей? А, по своей? 19-9, да? Да. А, сетка, перепадать, сетка, сетка. Не подать. Тихо, не мешай мне, уйди. Чух-чух-чух. Ответственный момент. Ой! Да, мы тоже пробуем играть. Сейчас еще серия пенальти будет. Опа! Видели? Сейчас еще подожди. 15.
Все, мы переходим, нет? Нет, а не организация, да. Сюда ж похоже ходить. Они, между прочим, бегают от одного поля к другому полю. Ну, это они. И все 90 минут. Как встали, так встали. 1-0. Все еще раз видно, как немножко. Встали, по-моему, так же. Так же встали. Поменяйся, короче. Все не считается. Ничего не считается. По нулям. Смотрите. Да. Кассу обнули. Опа! А игра туловищем нельзя! А мяч до земли не упал. Да, и ракет не упал. А, кстати, как? 1-0. По правилам надо ракеткой отбивать, ладно, а не поздравил. Он ракеткой отбивал? Нет, вообще-то я честно. Последнее касание было ракеткой? Гладиолуса. Вы же понимаете, да, что никакого гладиолуса быть не может. Поэтому 1-0, но наш бой. Мы не мухлюем. Если бы мы мухлевали, мы бы выигрывали. Смотри, как красиво получилось. Хоп! Нет, все равно у меня красивее было. Давай, Ирочка, хорошо смотришься. Давайте борьба. А там скат есть.